Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего сына. По версии следствия, женщина несколько раз ударила по голове своего годовалого ребенка, чтобы тот перестал плакать и капризничать. Своими преступными действиями мать причинила сыну множественные гематомы и переломы костей черепа. Ребенок был доставлен в больницу. Подозреваемая задержана. Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбужден ряд уголовных дел за распространение порнографических материалов и материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети интернет. По версии следствия, с 2018 по 2021 год житель Твери, используя страницу в социальной сети, в ходе переписки и знакомства с девушками направлял им изображения порнографического содержания, в том числе с изображением несовершеннолетних. Сейчас следственными органами СК устанавливается точное количество потерпевших. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, число таких преступлений, расследуемых в Заволжском МСО, выросло практически в два раза. Уголовных дел стало больше благодаря мерам, принятым Заволжским межрайонным следственным отделом. Стараемся устанавливать все факты таких противоправных действий, выявлять латентные преступления вне зависимости от того, сколько времени прошло. Благодаря слаженной межведомственной работе с органами внутренних дел, все они раскрыты. По уже завершенным и рассмотренным в судах уголовным делам всех виновных осудили. Сейчас дети больше проводят время не с родителями, а в интернете, которые используются злоумышленниками в преступных целях. Прежде всего, это социальные сети. В большинстве случаев это социальная сеть ВКонтакте, либо мессенджер WhatsApp. К сожалению, не всегда родители знают о поведении детей в глобальной сети, их переписки с посторонними. Так как дети устанавливают на свои мобильные телефоны пароли, самостоятельно удаляют переписку, стесняются рассказать о произошедшем взрослых из-за страхов, непонимания и недоверия. Часто дети, чтобы поделиться своими проблемами, ищут контакты с посторонними. На это и рассчитывают преступники. Именно поэтому детей с малых лет нужно учить быть открытыми с родителями, рассказывать о трудностях и непонятных ситуациях, в которых они оказались, не оставаться наедине со своими проблемами. Мы еще раз предупреждаем жителей региона о бдительности. Будьте внимательнее к своим детям.